Чайбата наша замешанная, вот она очень хорошо развитая у нас, чайбата. Сейчас только-только из, вынули из замеса, сейчас я сделаю отъем. Просто можно вводить ингредиент в процессе замеса, но... О! А мы, я сейчас веду отдельно, специально, чтобы не рвать клейковину тестомеса, уже разница очень высокая в этой корзине расточена. Но она на малые объемы. То есть 400 заготовка, ну 550 заготовка еще влазит, но если есть такая. Но, по крайней мере, до определенной стадии она доходит. Ну, вот у меня устраивает. Вот, нет, смотри, возьми у нас попробуй. На этот, на... Вот интересует замену им. Вот такие есть. Вот замены им. Есть. Я на столе по ценнику, что. Ты когда будешь в Перми. Ну, когда? В Краснодаре будешь? В Перми, да, после окрестностей Лиона я буду в Перми, наверное. Когда будешь в Краснодаре, ты меня набери, я со склада возьму вот такие, положу к себе в багажник, и тебе передам. Хорошо. Чтоб ты попробовал, что тебе понравится, там уже разберемся. А это договорились. Это я ловлю на слове, потому что я начал уже поиск. Почему? Сейчас не остро, а сезон, когда было, и спрос был высокий, и приходилось делиться на два замеса, на все делить, дробить под форму. Из этого был нюанс. Но, как говорится, работа показывает уже, куда надо двигаться, да, поэтому. Полтора килограмма, да, это 5 чайбат. Тестозаготовка будет 300 грамм, 300-305. Мы навешиваем, выход где-то 250, плюс-минус там 252, вот так вот грамм. Кстати, вот, Андрей, скажу честно, я привыкал к нему, для меня было морально сложно. После классического тестомеса хлебного, да, мне морально было сложно, вот, но я поборол эти комплексы. Если грамотно относиться к нему, не перегревать тесто, следить за температурой, то вот то, что он более интенсивен, это только в плюс идет. То есть как по замесу. Он имеет другой крутящий момент и другие скорости, непривычные для хлебного. Когда привык, надел руку на хлебном тестомесе, это одна история. А вот он, в принципе, и его третья скорость иногда на сложных местах, на бреши, когда вот нужно чуть-чуть не дотягивать, оно же клеится, оно. И мы тогда его прям отбиваем на третьей скорости и чуть-чуть буквально, опять же, если грамотно подойти к этому вопросу, то все будет хорошечно. Все. Дальше эта чайбатка путем мы складывать будем складывать, и все ингредиенты распределяться равномерно. У нас еще впереди три складывания. Все, мы стартуем на расстойку. Я там сейчас заведу. Вот этот у нас, это эль, да? Это эль на опаре тоже, но опара из, на основе пива. Низового верхового брожения, короче, на эле идет. Опара, это рецептуры Александра Удалова, известного тоже ремесленника. Вот мы их тут поддерживаем как бы в рабочем состоянии, следим, чтобы все хорошо было. То есть, во-первых, тут идет купаж муки, тоже идет и первый сорт, и цельнозерновая. И идет непосредственно закваска на эле.
влажная среда, непосредственно пиво. Классическая закваска, 100% гидратации. Такая самая распространенная, наверное. Тортин мы делаем, вот этот деревенский наш хлеб, который мы сейчас отпечем, мы делаем на такой закваске, прям выведем. Которую мы выводили отдельно, такая тоже классическая, легендарная, уже 3 года этой закваски. Мы с ней кормим, живем, работаем, как говорится, по полной программе. На полуфабрикате тоже вообще мы работаем все непросто. У нас все опары, все ради вкуса. В принципе, наш девиз — все ради вкуса. Мы можем... Так как подходы могут быть разные, да, вот сейчас одно время, вот, наверное, несколько лет, 5 назад, это просто хайп такой бешеный, это у нас закваски, да, наши закваски, наше все. При этом знаем, да, что по центральным каналам вот это вот дрожжи прям все хейтили по полной программе, то есть дрожжи — это зло, дрожжи — это не то. А по большому счету, правильно, вот то, что вот ни хлебопекарной промышленности, там питерский филиал, они выкладки делают, доносят до людей, что дрожжи, что в них страшно в дрожжах, никто до сих пор не доказал, что в них не так. А если грамотно подходить к дрожжам через опары, через долгие выбраживания, то это прекрасные хлеба на опарах, на дрожжевых. Поэтому мы работаем ради вкуса, и мы используем как закваску, так и хлебопекарные дрожжи, но в виде долгих опар. Ну, обычные классические хлебопекарные дрожжи, прессованные дрожжи. Но мы ведем биг. Вот бига, это наша... Кстати, а бига, мы... Оль, ты спрятала ее, да? Я вот только... Вот, блин, мы же ее поиспользовали. Ну, ничего. Мы бигу ведем как опару. А я сейчас ее принесу, покажу. Есть что посмотреть на нее. Сейчас это наша красотка бига. Мы тут по 10, там, 20 килограмм месим. Сейчас. Вот она у нас уже. Ну, тут мы ее уже только что взяли. Конечно, тут сетку уже не видать. Эх. А, ну вот она, наша сеточка. Вот она. Потому что мы только ее выбрали. Это у нас остаточек. Будем вмешивать. Угу. Вот это зрелая бига. Видите, аромат. Слышите, какой аромат у нее? Вот такой глубокий, пшеничный. Такой легкий, даже орехово-сливочные ноты. Вот мы на разных стадиях выбраживания биги ведем разные теста. У нас чиабатта идет на биги, багеты идут на биги. Багеты идут на более зрелые биги, чтобы добиться максимальной ароматности пшеничного тона в классическом французском багете. То есть мы не ведем пулиш. Вот несколько вариантов такой дрожжевой пары. Пулиш 100% влажности. Бига, она поменее влажная. Вот у нас много просто хлебов идет, которых мы хотим развить именно пшеничный тон, такой глубокий хлебный тон. И поэтому мы используем, как бы ввели технологически один полуфабрикат, но отъемы делаем. У нас просто вот мы уже последние отъемы сделали, у нас остаточек, мы его как закваску кинем в новую партию биги, будем развивать ароматику дальше. И на базе нее еще будем завтра делать, замешивать багеты классические. То есть на разных этапах мы выбираем бигу, чтобы добиваться развитого, глубокого, такого хлебного, пшеничного тона. Это наша кроссовка бига. Прям проработки делали по рецептуре, посмотрели, отрабатывали, как он себя ведет, как раскрытие и как отпекание. И вот выбрали температуру. Каждый пот по-разному ведет. Каждый пот, каждая печь — это что-то новое. Поэтому тут адаптировались под нее с рецептурами. Это ржаной, это тесто, да. Сейчас мы очень высокой гидратации, порядка 75% влажность. Мы сейчас его сформуем из него багеты и сформуем небольшие булочки. А ты где учился? Вот вообще. Я так услышал, часто Франция. Нет, до Франции я не дошел. Не дошел? Разве что пешком ходоком, да? Вообще образование базовое общепитовское, инженерное. Вот. А так глобально это Иван Забавников, Александр Удалов, ремесленники, которые, ну, Забавников Ивана знаете, да? Да, вот, пожалуй, от них. Вот благодаря Александру Удалову, это наш краснодарский ремесленник, очень известный тоже по своей слойке. Вот. Благодаря нему я получил какое-то, скажем так, вдохновение, что можно заняться этим делом, потому что как-то шел к этому издалека. Были мысли о франшизе, как-то вот
может заняться таким вариантом через франшизный подход. А реально уже, когда понял, что такое, начал щупать, что такое хлеб, это когда стал работать своими руками и, конечно, попав на одни мастер-классы, на другие мастер-классы, а потом к Ивану Забавникову на стажировку в Питер, в Пане, когда он тогда, это была как раз сеть, он был там соучредителем, вот. И пошло-пошло-поехало. Мастер-классы. Мастер-классы же, вот. А потом, конечно, нет. Потом однозначно уже была мысль, и сотрудничая с вами, когда с лепоборудованием, я, получается, собрал опытное производство в Краснодаре, начал экспериментировать. То есть это снял в аренду помещение от бывшего ресторана, потом это была какая-то кондитерская. Снял из один из цехов, организовал экспериментальное помещение, цех, и там начал работать уже с рецептурами хлебов по полной программе, скажем так, как хлебный блогер. Инстаграм помогает тебе? Ну, Инстаграм отчасти, скажем так, когда я им занимаюсь. Потому что Инстаграм дело такое. Требует внимания. Требует внимания постоянно. Сейчас такие маленькие. Да, сейчас маленькие булочки. Нет, я уже без округления, без всего сразу буду придавать нужную форму. Вот такую маленькую булочку. Такой а-ля чириольчик. Мы будем экспериментировать по режиму отпекания и по эстетики на выходе, устроит ли нас пропорция внешнего веса изделия и его формы, то есть объем после правильной расстойки, отпекания, какая она будет у нас на выходе. Сам ты сейчас в Краснодаре живешь или? Нет, я сейчас в Абрау, да, я погрузился здесь полностью в этот вопрос. Вот. Краснодар наездами, как говорится, к семье. Но сейчас это не часто получается, потому что вопросов много. Так как задача у нас и подход такой основательный, как бы работа в натуралочку максимально, работа с долгими рецептурами, опары, закваски. Это все такое дело. Вот эта булочка, да, вот это вот тесто, получается, мы бигу разгоняли на того, чтобы ее использовать, примерно 24-36 часов. Угу. Вот, потом тесто замешивалось на этом полуфабрикате. А температура, которая бегает? Бига, мы ее ведем, мы ее чуть-чуть, она у нас стартует при температуре цеха 24 градуса, 1,5-2 часа, а дальше она ведется на холоде плюс 4. А там влажность как-то контролируется или чисто холодильник? Чисто холодильник. Она в закрытом контейнере, как бы мы используем бигу. За счет себя она. Да, да. Мы даже иногда подвальцовываем пищевой пленкой крышку контейнера, чтобы не было воздухообмена ее потери влаги, потому что влага, она расчетная, она входит в рецептуру, вся эта влага, естественно, рассчитана и учитывается в рецептурах. Угу. Поэтому мы пытаемся контролировать, чтобы она не теряла своей влаги и была стабильна. При плюс 4 сколько времени? При плюс 4 мы минимально используем через 18 часов, а так 24-36, в принципе 48 часов. Ну, вы как берете партию из нее? Да, мы отъем, мы сразу планируем, и если есть задача прям совсем зрелую взять, то мы берем вначале отъем на какой-то части, а потом уже замешиваем новую партию, добавляем, если есть какой-то остаток, вдруг остался, заказов было меньше, у нас остался, мы его вмешиваем в общий объем и ведем дальше по технологическим нашим схемам. Дальше и на определенных этапах делаем отъемы. То есть тут должно быть некоторое понимание. Она как стартер работает, бига в основном. Она и как стартер, и как кусароматика. Это как кусароматика, да. Это да, за счет этого физически самих дрожжей хлебопекарных мы вводим меньше. Но мы же выращиваем эту необходимую биомассу в самой биге. Растим, но благодаря именно долгому взращиванию, вот такому долгому на холоде, мы, получается, усиливаем ароматику. Создаем гораздо более интересный ароматическую палитру готового изделия, нежели просто замесили бы мы вода, мука да дрожжи и как-то повели.
Ну и опять же, есть замороки, да? Тут помимо биги, вот мы замесили тесто, прошло его предварительное выбраживание, то есть час-полтора, зависит от температуры, в которой мы ввели его. Усилили клейковину, чуть-чуть ее развили дополнительно складываниями и отправили на холод дображивать. И на холоде вот конкретно это тесто стояло порядка 20 часов сейчас. Но холод, опять же, район, диапазон температур плюс 3, плюс 5 градусов. Ну, тоже в обычном холодильнике. Ну, у нас холодильные камеры стоят, да. Вот мы, средняя температура там плюс 4 градуса. И тоже она как закрытая стоит? Да, закрытая, полностью в контейнере стоит тесто. И далее оно созревает. Оно созревает, видите, оно очень объемистое. Сейчас оно нагревается. Вот у нас предформованный багет. Он сейчас нагреется, разойдется. Его не хочешь присыпать? А, думаешь, новый надо? Я имею в виду. Фасадчик? Я не знаю хотя. Мне кажется, нет. Не надо? Мне кажется, нет, не надо. Не надо. Она, я чуть-чуть подсохла на холоде тестозаготовка. Мы позиционируем так, точнее называя его деревенский, да, мы позиционируем как это вот прям классика-классика, то мы уделяем такой чуть-чуть больше внимания по эстетике и делаем чуть-чуть, тратим лишние 15 секунд на декорирование. Вот. Ну и теперь финальный надрез. Там пушистый уже расстоялся у нас. Тоже он шел к нам на холоде порядка 18 часов. Все. Пробуем. Вот так. Оля, ты что, понижала температуру? Нет? А, пардон, это я гоню. Все. Я ж попутал с багетом. Сколько они по времени должны быть? 30-35 минут. Сейчас мы будем регулировать по состоянию. Вообще-то, вот по данной температуре, по расчету, будет 30 минут, потому что не полный пот. Не полный пот будет 30 минут. Все зависит от величины тестозаготовки, от ее массы. И от загрузки пода. И от загрузки пода, да. Плюс пода, да, вряд ли бывает когда-то идеальные пода, которые равномерно пекут. Так или иначе, какой-то угол сильнее, какой-то слабее. Но при малой загрузке, вот сейчас мы чуть-чуть ее тут близко кинул, я раздвинем, будет все хорошо. Задача по складыванию другая история. Это чтобы распределить более равномерно температуру в тесте, чтобы равномерно было выбраживание по объему. И сопутствующее это вот маленький объем, я его сейчас сделаю, наверное, хотя нет, его тоже сейчас пока позволяет. Вот насколько можно растяну. Сейчас, чтобы не рвать клейковину, вот она начинает натягиваться. И вот этот процесс, он усиливает клейковину, а с другой стороны он позволяет более равномерно распределить температуру. То есть поверхностные слои уходят внутрь, и таким образом более равномерно идет выбраживание. Все.
понимаешь? Да, сейчас форму подготовим для уже... Какой хлеб будет? Сейчас будет жанна пшеничная с семечками. С семенами подсолнечника и лимона. Довольно большая тестозаготовка. На выходе он тоже идет 550 грамм уже готового изделия. Крупная форма используется. Но это наши такие предельные веса. Так у нас ржано пшеничный еще потяжелее чуть-чуть по выходу. По масштабнее. А так стараемся держать в пределах от 300 грамм до 556 грамм. Названием он молочный, потому что сюда входит молоко сухое и сливочное масло. Но в таких долях, чтобы оно не давало эту сдобу, а это был хлеб с глубоким таким пшеничным тоном и уходящим сливочные ноты. И пшеничный тон глубокий – это наша бига. Вот бига, опять же, на такой хорошей стадии зрелости мы ее используем, сюда вводим. Вот, а сливочная нота опять, ну и сливочное масло, конечно, оно улучшает свойства мякиша, реологию изделия. То есть в целом интересный хлеб, именно в таком стиле советской, очень такой высококачественной, классной вышки. Но в некотором ремесленном антураже по подаче. Ну сейчас мы его сформуем и будем отпекать. Это мы его как раз вводим в ассортимент, это уже финальные проработки, мы, скажем так, тесты уже финальные. Сейчас буквально режим просто последний отрабатываем по отпеканию. И все. Это формовка так происходит. Да, это формовка буль, округляемый в сферу. Не сильно затягивает, то есть буквально очень довольно нежное по структуре теста. Видишь, как по-разному оно идет, поэтому его подъем. Это наша чиабатка, вот она уже какая пушистая, все, мы ее сейчас аккуратно, нежно, чуть-чуть умеренная складываем, потому что она уже в финале, чуть-чуть. А сколько раз надо будет делать складывать? Ну, у нас три складывания идет где-то. Все зависит от скорости, как оно идет, от окружающей среды, температуры, но желательно три складывания вести в районе 2 часов ее. Ну, сейчас попробуем с двумя подачками поработать, чтобы будет адаптироваться на под это. Конечно, основная задача, когда мы затеялись с подачками, это багеты.
багеты, потому что все-таки отбрасывание на с доски багета там 55 сантиметров полной расстойки и сразу там по 12-14 штук. По две штуки, да, больше? Сейчас хочу подчаять. Он не сильно под, в объеме увеличивается. У него не очень высокая влажность. Как у Тортино, этот хлеб имеет порядка 65-68, в зависимости там ряда факторов влажности. Поэтому мы его можем позволить себе положить на фасадчик поплотнее. Сейчас это прям экспериментирую, смотрю как. Потому что задача спроецировать на плотную проходку, как бы, да, что у нас. Полную загрузку. На полную загрузку, да. При полной загрузке, как что можем себе позволить с посадчиком и так далее. То, что посадчик это добро, это однозначно. Но вопрос его вес вместе с тестозаготовками и насколько он физически подъемен для девчат, допустим, работающих отдельно без. Вот видите. У нас получается 12 тут штук, ну, теоретически. Прямо на краю, наверное, там стоит. Вот эти. Туда ближе, да, потому что это не глубокая коса. В принципе, мы с фанерой, когда с посадки такой отсаживали, мы где-то, да, по 12, даже по 14. Если заготовок отсаживали, потому что в чем проблема? Под умеренного, печь сама, видите, она умеренной площади, скажем так, ну, не самая большая, скажу честно, да? Она средненькая, поэтому надо максимально пытаться эффективно использовать рабочее пространство при посадке, потому что когда обороты идут, необходимо выдавать, ну, чтобы не разбивать на дополнительные циклы, чтобы была возможность оптимально загружать вода и не простаивать в ожидании, не допускать перерастоя либо чего-либо. Поэтому сейчас поэкспериментируем. Но у нас всего их там не очень много, тесто заготовок. Ну, муку лучше сметать, да? Ну, это зависит от эстетики желаемой. Некоторые хлеба у нас есть ржаной на заварке, он любит такую. Ну как, он очень хорошо выглядит с обильной такой корочкой мучной. А вот эти хлеба, они при колеровке, они так просто начинают пятнами браться. Поэтому лучше обмести, если есть некоторые излишки. Это добиваемся одинаковой эстетики от раза к разу. Ну опять же, надрез он делаем как бы узнаваемость для потребителя. Тесто готового изделия уже издалека на витрине, чтобы он был. Ну и опять же идет раскрытие в заданном направлении. Так как подъем, говорю, тут небольшой, он будет такое у нас симпатичное сфероподобное изделие с легкими надрывами по сторонам. Так, поехали. Смотрим сейчас. Заданное движение. Да. У нас при посадке не посадчиком, а дощечкой. Сколько вы? В среднем у нас все отпекается в пределах 30 минут. 30 минут. Вот средний путь. Музыка примерно одинаковая. Ну вот он однажды, у нас было ночное приключение, что нету пара. Вот кубка вообще нету пара. И что была загадка вселенной. Поэтому он появился потом. А что? Вот он не сработал, получается, да? А сколько по времени, если бы ты ручками сажал без посадчиков?
Ты до сих пор сажал? Нет, примерно одинаково. Мы же отсаживаем две дощечки и сразу. Вопрос в другом, что? Скидываешь. Скидываю, да, но под пыл обильно идет манкой. Отсюда идет копоть большая. Мы просто покупаем мешок манки и его расходуем на то, что у нас он выгорает на подах. Чтобы соскальзывало. Это наши. Во-вторых, при посадке, когда ты посадчиком сядешь, одновременно, грубо говоря, сядешь и у тебя пар в самом начале вытечка. А то ты пока с одной дощечки скидываешь. Нет, ну дощечка. Я так говорю, он одновременно это. Нет, я дощечку беру 6 и 6 заготовок сразу. Двумя дощечками. Раз. Два, то есть сразу 12 уходит, так же, как посадчиками. То есть тут не выигрыш посадчиком, надежность посадки на места. Проблема на дощечке, когда происходит движение вот это вперед, а потом резкое выдергивание назад, тестозаготовка становится овальной. И она может еще... Которая влажная, которая на пике расстойки, на идеальной расстойке, она деформируется и она отпекается, потом мы даже прозвали их яйца Фаберже, иногда у нас выходит. То есть вот, так она овальной формы, а задача круглая. И это чисто технически из-за того, что нам нужно толкнуть тестозаготовку, чтобы она скатилась с посадки, с доски, под пыльной манкой. И плюс идет параллельное выгорание манки, очень сильная там копоть образуется и так далее. То есть большее выметание, длительное фото, у нас будет расход сразу щетки, мы их меняем, эти щетки два раза в месяц, чтобы они долго не тем. Щетка у тебя из чего? О, это самоделка. Мы нормально не могли, вообще мне была задача, я себе когда на своем производстве тоже не мог найти конский волос. Конский волос, да. И нормальную щетку, такая проблема. В итоге адаптировали, которая идет для, ну, обувная, как щетка. Вот. Мы именно подобрали, чтобы это был конский волос, а не имитация конского волоса или не святая. Щетика там вся остается. Ой, вся остается сразу. А он очень, вот, максимум, он деформируется постепенно, он придавливается, но работу свою знает, и когда у нас большие объемы по подпылу, особенно багет, влажное тесто сажаем, какие-то вот хлеба, которые прям нежные, мы подпыливаем очень основательно, чтобы заготовка скатилась в нужном направлении. Соответственно, после отпекания очень длительно идет выметание, прям щеткой с пода. Это целый объем, определенный объем идет манки на выгорание. Поэтому сейчас посмотрим, как. Ну вот уже видно, что все тесто заготовки уже будущие хлеба, они круглые формы, не деформированные. Вот сейчас вот опять. 230 градусов, да? Выпечка. Выпечка 230, да, в среднем 230 градусов. Просто данный пот, данная плита, она, печь, она аккумулирует тепло очень хорошо. И в принципе, с одной стороны, это и плюс, с другой недостаток, что, видать, изоляция между подами не очень высокая. И нижний пот греет верхний пот, средний пот греет самый верхний пот. И поэтому у нас по времени мы отрегулировали, что на 2 минуты, на 1,5 минуты меньше. Тут одно и то же хлеб стоит при тех же режимах, нежели на нижних подах. На нижнем на минуту дольше. Опять, ну, это конструкция печи такова, какая есть, и мы уже под нее подрабатывали технологически. Сколько сейчас ржаная мука стоит? А вот я сейчас так и не скажу, потому что у нас закуп идет же отдельно. Когда у себя, например, я бы сказал, сейчас... Ну, кстати, как-то у нас была даже дилемма достать ржаную муку, прямо подкидывать. Во-первых, да, мы пытаемся работать с определенным типом сырья уже. Но когда проблемы... Но надо дать должное, что в целом мука хорошего качества. То есть бывает у одного производителя, сами знаете, у одного производителя бывает бац и поплыла чуток. И тогда мы корректируемся. Это, конечно, всегда сюрприз. Да, сюрприз, когда она поплыла. У нас есть такая еще пшеница и рожь, там смесь Тритикали, по-моему, называется. Ну, мы не работаем, да. Вот, мы сейчас задача вообще сделать такое, грубо говоря, классное из понятного. Я бы так это назвал, наверное, в двух словах. Классное из понятного. То есть понятное по сырью, понятное по возможности удержать себестоимость в рамках разумного на продукцию, при этом получить качественный продукт по внешней эстетике и по органолептике. То есть вкусовая палитра, чтобы у него был развит, чтобы он был довольно харизматичным продуктом, узнаваемым, каким-то темпераментным по вкусу, по аромату. И как бы имел свою целевую аудиторию, постоянных клиентов, чтобы шли на каждое. Задача такая, как бы, так я и говорю, что все ради вкуса, чтобы каждое изделие
не являлось, ну ладно, я возьму еще, пожалуй, его как добавок. Нет, чтобы на каждое шли, на каждое кто-то хотел его взять. То есть у каждого был бы свой потребитель, да. И вот в этом задаче мы это работаем с вкусами, работаем с опарами, работаем с пропорциями ингредиентов, чтобы вот такие-то эксперименты проводим для хлебной корзины, для ресторанной карты, хлебной карты, чтобы получить какие-то продукты достаточно харизматичные, индивидуальные, и чтобы они не конкурировали напрямую между собой. Сейчас будет чиабатта, будет формовка чиабатты, порционирование, и на дальнейшую, на финальную расстойку мы ее отправим, где-то еще на часок, и отключим. Красотка. Есть свободное время так вот куда-то там поехать на мастер-класс? Ну, людей получить. Людей получить. Ну, по крайней мере, мастер-классы мы сейчас запускаем здесь, на месте, потому что местную гастрошколу Браво, на базе нее проводится масса разных мастер-классов. Но вот сейчас будет по хлебу, оно будет, я полагаю, будет названо в стиле, опять же, Ришара Бертье. Бертье что-то либо домашний хлеб, хлебное приключение, либо свой хлеб. И, грубо говоря, поработаем с энтузиастами этого дела по направлению техника замеса, что такое закваски, с чем, как говорится, едят, да? Отпечем именно, попробуем отпечь и сымитировать в наших производственных условиях бытовые условия, парадоксы, откатимся как бы на домашнюю духовку. И поработаем с пекарским камнем, к примеру. То есть сымитируем либо в конвекционной печи это сделаем, посмотрим на результаты и сопоставим, допустим, с результатом в подовой печи. И вот и опять же немножко пообщаемся, думаю, будет у нас общение в формате гастрономичности хлеба. То есть хлеб это же такая, с одной стороны, ментально у нас воспринимается как обыденный фон. Вот у нас подложка, да хотим бутерброд, ну, вот хлеб. Даже думаю, что с чем он будет хлеб, с сыром, там, с колбасой, с лососем, с кем угодно. И думаем, что хлеб это априори. А вот если расценивать хлеб как источник ежедневного такого гастрономического удовольствия и эстетического удовольствия, тот же вот тортин, посмотрим, да, деревенский, прекрасный, красиво выглядит, аппетит вызывает только от внешнего вида. И вот то, что он может, как он может оттенять продукты, как он сам может раскрываться в компании с другими продуктами, сопутствующими продуктами, которые либо он в припуску идет, либо они топингуются на нем, как на брускете. И вот с этими вещами можно поработать. Вот такого плана у нас есть мысли при гастрошколе Браво открыть. А так поездить пока, ну, все возможно, гипотетически. Но сейчас понимаешь, сколько у меня будет вопросов про это? Они же скажут, я хочу, запишите меня. Ну так это welcome, как говорится, вот по крайней мере на данный момент добро пожаловать к нам в Браво. Welcome to hell. Welcome to hell, да, потому что плотность такая, что да, мы отсюда особо иногда выходим на свет из недр нашей горы и смотрим, как там с погодой дела. Пока не выходить. Да. Что нам подходит? А как? Да, примерно это планируется. Там. Декабрь. В декабре? В декабре будет анонсировано на сайте Абрао, да, Абрао Дюрсо. И будем уже... Сейчас как раз с меня как раз и требуют, просят, говорят, разработай, сообщи нам нюансы, а я все же никак. Вот все же хлеб да хлеб кругом. Все не до того, да не до того. Вот чиабатта. Кстати, мы формуем немножко не классическим способом, не классической ее формой. Видите, у нас она удлиненная, такой брусочек. Это у нас свое, у нас есть свое оправдание этому. И вес ловит, я понимаю. Вес ловим мы. Ну, ловим вес, это понятно. Это правильно ловить вес, чтобы прогнозировать стабильность выхода уже готового изделия. Но у нас, так как мы работаем в тандеме с ресторанами, очень важно помогать им, ну, чем можем. А можем мы формовкой, потому что им нужна брускетка, определенно они используют под яйцо пашот, фон, это под что-то еще, под какие-то паштетные массы. Им нужен для эстетики блюда определенная форма брусочка хлеба, вот той самой кусочка, который они используют как базу.
И вот мы формуем, чтобы по факту расстойки отпекания на срезе был именно тот профиль, та полусфера, которая требуется, грубо говоря, на уже непосредственно в ресторанной теме. Но глобально от этого чиабатта никак не страдает, от того, что немножко нестандартной формы, она более такая прямоугольная. Сколько, еще раз напомню, сколько времени это чиабатте уже? Чиабатте, получается, да, времени ей... полуфабрикат на нее готовился 24 часа, и сейчас она, ну вот это вот навесочек не самое лучшее, что может произойти, но мы его делаем вот таким вот образом. И, кстати, в некоторых таких пекарнях очень высокого уровня, где следят очень за как бы ОТК свое, да, допуски, считается довесок это как элемент забраковки, да, но у нас в основном мы отбираем, когда на кухню. Но если мы сделаем вот таким вот образом, слегка распределить, ну, чтобы лайфхак, так называемое модное слово, распределяем по поверхности, то тогда после расстойки отпекания мы не увидим, что тут есть довесок. Вот в этом есть нюанс такой формовки. Чуть-чуть повозиться надо, лишний. Некоторые под низ спрячут. А некоторые, ну, мы как бы тоже под низ. У нас это низ. Мы укладываем сейчас лицом вверх. А. Мы откидываем потом. Это у нас мы ж, так на говорится, настойку убираете. Да, мы убираем настойку, потом на посадчик мы будем переворачивать. Да, это у нас низ. Но чтобы практически не было следов, как будто это просто складка теста, мы делаем я вот таким. Я тебя заболтал с образом. Мы делаем таким. Да, и у меня возникла пробка на входе. Сейчас подушку. А в Италии только такие чиабатты. Других нет. Как переводится чиабатта? Тапочек. Чиабатта, да. Чё? Тапочек. Тапочек. Причем, как известно, она не так давно, это не прям совсем супер легендарное изделие какое-то вековое. Оно изобретено, как говорится, лет 100 ему, даже меньше. Но 50, я думаю, 60-е годы, кажется, его создали. А вот на вот этот вот мастер-класс есть уже конкретные люди, или это чисто так только будет зазываться? Это будет анонсироваться, потому что он в разработке. Вот я никак, я хочу его продумать очень хорошо, чтобы у нас он, так как любой хлебный мастер-класс, он длительный по времени, потому что нам нужно всю технологию как-то охватить каким-то образом. Соответственно, это уже, ну... Не, я почему спрашиваю, потому что... Успею я смонтировать фильм до декабря месяца, чтобы тоже вас анонсировать? А он не то, что он в декабре все и забыли, нет. Он будет, войдет, по идее, в серию постоянных мастер-классов, и мы разработаем еще что-нибудь плюсом к нему. Это будет первый и вводный, основной. На нем мы отработаем какие-то тут, ну, нюансы, да, по ведению мастер-класса, как в наших условиях, конкретно в нашем производстве и так далее. И уже, может быть, сделаем разновидности. Может, отделим мы влажные теста от невлажного. Мы сделаем, допустим, по домашнему хлебу наподобие тортино, это отдельную историю. Конечно, всегда много вопросов с заквасками. Я полагаю, мы даже будем нашим ученикам, участникам мастер-классов дарить уже готовую раскормленную закваску, выведенную, вот, обучая ее ведению и технике применения, как бы. То есть вот это будет тоже, возможно, у нас такой вот бонус участникам мастер-класса, что они будут уже уйдут домой с некоторыми живыми полуфабрикатами, с которыми можно будет поэкспериментировать уже непосредственно у себя на кухне, как вариант. То есть, возможно, у нас разные варианты, разные сценарии проведения, и вот мы поработаем над этим формулированием, так что ждите анонса, анонс обязательно будет. Чтобы мы понимали, потому что, видишь, вот печь сегодня по-другому себе ведет. Нижний под... 584. Минуту еще полтора. Сколько там оставили? Вот это вот сел, да, уже он был такой, посадил его немножко и сел уже овально. А вот, да, форму он хорошо держит в целом.
Отлично. Запекание. Ну, вот такие вот они кругляши у нас. Так уже остыл. Скоро мы его дегустировать. О! Тот самый хруст. Чем известен тот этот тортин, либо деревенский хлеб, пане де компань. Корочка харизматичная, и внутри крупнопористый, открытый такой мякиш. Будет хлеб на опаре из эля, на закваске из эля, готовится на тоже порядка 8 часов. На паре? Ну, можно сказать, что это в принципе это опара, потому что база идет дрожжи хлебопекарные, а в дальнейшем она просто созревает порядка 8 часов, но основу составляет именно пиво. Вся влажная среда – это пиво в этой опаре. И мука. Тут купаж. Несколько видов муки. Юр, это получается, надо спуститься или подняться? На четвертый этаж. Четвертый этаж. И такое приятное тесто. Когда выбродившее, оно хорошо. Оно очень пушистое, мягкое. Мы вот так делаем довольно плотную ему формовку. Потому что добиваемся от него такого ремесленного вида, раскрытия наподобие тортинов с гребнем. Поэтому мы делаем ему довольно плотный такой батар. А вот такая вот формовка, она как бы имеет принципиальное значение, чтобы сформовать изделие? Да. Что она дает? Формовка дает какой-то определенный, можно с помощью формовки отрегулировать эстетику изделия финальную. То есть именно вот такая формовка у нас она была до этого другая, и он и данный хлеб не давал такого эффектного раскрытия наподобие тортинов с гребнем открывающимся таким округлым по профилю. Но вот создание высокого натяжения вот этого хребта, который в дальнейшем будет надрезан после расстойки и даст именно хорошее раскрытие благодаря определенной формовке. Правильной формовке. Правильной формовке, да. И вот мы, сделав довольно ее такую плотную и тугую, вот она, тестоготовка, прям вот она, прям чувствуется хребет, он натяжение. Пытаемся соблюсти максимальный баланс, чтобы не подорвать клейковинную структуру при такой тугой формовке. Но при этом это достаточное натяжение, оно дает нам при уже посадке в печь и надрезании, дает нам нужную эстетику продукта уже в отвлеченном виде. Раскрывшийся. Ну, это мы это еще посмотрим. Вот это похрустывание, идеально оптимально выброженное тесто, посвистывание до похрустывания. Да, тот самый поет тесто, подпискивает, подхрустывает. Это вот оптимальное выброженное тесто как раз в той самой стадии, в которой его надо нам раскидывать, уже формовать на финальную расстойку отправлять. Вот он, пушистик такой. Сейчас мы его вот. Благодаря большая тестозаготовка, но малая корзина, она его фокусирует хорошо, грубо говоря. Да, она четко придерживает ему форму, это позволяет в нужном направлении потом ей подняться.
Это у тебя шапочки, да, обычно? Это шапочки разовые, да. Это вот мы используем их буквально вот все. И потом дальше ротацию производим. Чуть-чуть я зажал с мукой, подкую, но ничего, она сейчас не порвет, главное. Если не жадничать с мукой, как я сделал сейчас, то все это идет хорошо. Ну, либо когда врастойка сильно увлажняет тесто, бывает нюансы. Но все, сейчас мы их подпылим и нанесем определенную эстетику в виде надреза, который задумано у нас по внешнему виду данного изделия. Мы не все хлеба мы обильно посыпаем мукой, потому что, да, она может обсыпаться. По крайней мере, пшеничная обсыпается больше, чем ржаная мука. Но для того, чтобы некоторые изделия имели определенную свою такую узнаваемую эстетику со стороны, мы проводим процедуру. Близковато, надо сейчас адаптировать. Сажаем сюда близко. Угол хода. Вот поэтому вот задумана эстетика близкая вот к такому, к разорванному, один край поднятый, вот такая вот, опять же, ремесленная. Но когда он подпекает другой угол и он чуть-чуть приваривает, но дав ему дать объем самой этой заготовки, расшириться, то вот эти заваренные швы, мы сейчас посмотрим на готовом изделии, они тоже очень эстетично, интересно смотрятся, когда несколько в ряд хлеба становится, то есть исполочная эстетика выкладки, она очень такая привлекательная. А этот, конечно, хорош в своей ремесленности, такой рваный, немножко неаккуратный, такой весь. И, соответственно, он даст чуть больше по объему пору свои плюсы. Но это уже в контексте пода, видишь, играется каждый раз. У нас бордовая. Ну, потому что вино каберне красное. Каберне? Да. Это наши формы будет. Это будет булочка. На выходе она будет около 100 грамм. 100-110 грамм выходит у нас эта булочка. И... А внутри цвет после выпечки? Такой же. Вот примерно такой же цвет, да, немножко сиреневый, что антоцианы немножко окисляются при температуре. Плюс среда тут у нас. Подпылился. Вот, так. Вот такая булочка. Дальше она даст расстойку, подъем. Это ржано пшеничный с семечками.
подсолнечника или на. Всегда режешь одинаково, да? Разные надрезы нет. Техника примерно одинаковая, нет, лезвие. На вид хлеба только один такой. Да, надрез, да. На каждый. Покупатель не путался. Конечно, на каждый. Своя эстетика, своя узнаваемость и своя прогнозируемость. Забыл. Своя прогнозируемость по внешнему виду уже готового изделия. Соответственно, да. Каждый вид своя нарезка, надрезка. Получились на разных углах пода, но и тот имеет право на существование, своя эстетика. Это такой лепестком, тот более раскрытый. Этот, может, надо будет сейчас подсушить, сейчас посмотрим. Нет, нормально. Все, хорошо. Какая-то рутинность есть в этом, да? Каждую ночь, так, к 5 утра мы должны... Но каждый раз это что-то новое, каждый раз это идет что-то по-другому, немножко в каких-то вариациях. И в результате всегда очень интересно отследить, как оно вышло. И каждый раз как с новым ребенком, как говорится. Нянчишься как первый раз. Есть какое-то постоянство, но всегда есть нюанс. Всегда. Так, зачем папка? Ну вот он, классический профиль. Красота. Да, и форма, так как мы не делаем экстремально, у нас мы не задача с экстремальной хлебопеки, да, там 85% гидратации и прочие вещи. Но так как у него 75-77 гидратация, вот соответствующие поры на нее. Ну опять же, по пропекаемости, по всему, это, пожалуйста, полное восстановление. Шикарно. Дело за малым, попробовать. Дело мое. Давай по кусочкам делить. Это домашний, он же тортин, он же, называйте как хотите, поляница его на Украине. Нет, он будет с легкой фоновой заквасочной кислинкой, но именно такой очень нежной и освежающей во вкусе, который будет очень хорошо играть с такими вещами, как сыр, оливковое масло, вот все сразу умягчает во вкусе. Я просто пробовал, никого не вот делал,
Но ты как мне не понравилось, с горчинкой. Не знаю, что вы пробовали. Давайте пробовать здесь. Давайте. Сударь. Живой снять. Хлеб. Фоновая освежающая кисинка, но не доминирующая. Только страшное дело масло рядом поставить, пачку исчезает, булка, хлеб, пачка масла. Вот именно все благородство в этом хлебе, это закваска, это глубокая пшеничная нота за счет того, что это купаж вышка, цельнозерновая мука и ржаная мука в определенных пропорциях. Ну, и долгое ведение, созревание на холоде. А влажность у тебя? Чабаты у этой, так, порядка 72. Да, иногда по гидратации регулируем, по... А как определяется влажность вот этих? Расчетно. Расчетно. Это расчетно, да. Потом, когда регулируем влажность, то есть по состоянию теста конкретно от партии муки, уже мы это уже по набитому глазу и руке, как говорится, наметанному глазу. Набитому глазу другая история. Вот. И уже смотрим по состоянию теста, и тогда что-то можем регулировать уже конкретно от партии к партии. Ну а так, это расчетные величины, специально, чтобы спрогнозировать определенную и пористость мякиша. Чем влажнее, тем будет более пористая. Но у нас задача не получить совсем пористую, такую, скажем так, классическую, которую любим видеть в Инстаграме, там у блогеров и так далее, одни поры такие. У нас другие немножко задачи, она должна иметь среднюю пору, но характерную структуру корочки и в целом форму. Потому что, опять же, повторюсь, используем мы для, в том числе, на, не только на реализацию потребителя, но и на производство, на кухню. На производство дальнейшее на базе чиабаты, других видов изделий, холодных закусок. Поэтому, чтобы уложить лицо по шорт, это не стало проблемой шорт, как говорится. Через икра не выпрыгнула сквозь наши чудесные поры и прочие вещи. Нет, я не хочу сейчас уплотнять, потому что все равно на другой пот уже переходит. Вот. И так уже тут плотновато. Надо чуть-чуть. Опа! Да, вот это вот тут вот легкий засопос. Сейчас пока отсадим. Кто тут нам принравится? Сейчас проверим, закроем все вилку. А теперь, как говорится, слабонервным просьбой не смотри. Акробатические, да? Да, теперь легкие китайские приемы. Это вот да. Это бывает проблема и с одной посадкой, и с другой. Это надо приноровиться. Это уже сядет. Хотя этого надо все-таки по отсадчику, по посадчику. Сейчас мы, конечно, теряем тепло, теряем жар. Не очень хорошо, но сейчас мы пытаемся наверстать упущенное. Да, когда посадка идет, бывает, что в печи что-то происходит не так, поэтому это все, как говорится, включаем голову и думаем, что с этим сделать. Потому что
на кону качество продукции и целая партия сырья. Главное ведь потом их еще достать оттуда. А достать, это не проблема, главное посмотреть. Все. Все проходит. Проходим. Отпускай. Все. Чуть-чуть легкий пар. Нет, ну вот это сейчас нормально. То есть вот, вот линия шва, вот горит. Вот так или иначе, да. Он не добирает чуть-чуть по длине. Был бы сантиметров 5 длиннее, было бы прям само то. Вот, вот наша проблема, она возникнет. Вот, то есть вот эта точка, да, вот эта точка у нас еще будет. Надо проблем. Еще вперед вытащить. Да, но вперед вытащить можем замять при посадке тот край. Поэтому формовку надо будет учитывать, делать чуть меньше, как бы. Для надежности посадки. Ну, булочки, это булочки. Им все простят. Сейчас мы будем обжигать. Багет мы делаем, ну, в принципе, не удивительно. Многие так делают при довольно высоких температурах. 250-255 градусов. Потом будем сбавлять. Булочка у нас будет раньше, но так как тесто одно, характер, который мы хотим получить от изделия, примерно тоже одинаков, поэтому будем обжигать. Маленькая экспериментальная, другая. Поверхности желательно иметь более длинный ног. Чиабатта с вяленными томатами и пряными травами. Thank you.
считаем гораздо меньше. Да, время уменьшаем, чем в отеле при другом режиме, но при том же температуре. Мы так и будем сейчас адаптируемся под этот хруст. Происходит? Вот, у него очень тонкая корочка. Видите, такой тонкий-тонкий хруст. Вот в этом вся эстетика. Мы даже специальную тару для транспортировки заказывали, чтобы они в один ряд лежали и все остальное. Чтобы долежало до точки реализации, у нас дошло. То есть вот они так выглядят, да? Некоторая эстетика укладки его. И сейчас мы его попробуем, что есть что. Правда, он еще, конечно, чуток тепленький. Вот, видите, тянется такая слоистая структура. Это за счет заварки. То есть это опарно-заварной хлеб. И вот мякиш у него, опять же. Кремовый оттенок, исключительно пшеничка, это вышка. Вот, но в ароматике мы сейчас оценим. Надо ему созреть еще. Смотрите, он еще теплый. Чуть-чуть остыть. Пускай постоит? Да, пускай постоит, он еще теплый. Но вот так вот зато. Вот так вот. Он на аромат, если прям сливочный-сливочный тон. То, что и следовало ожидать, то, что мы и достигали, чтобы это был такой пшеничный хлеб с такой развитой, ощутимой сливочной нотой, поэтому он и молочный. Слушай, а вот ты заходил в Пятерку, когда-нибудь нюхал их хлеб? Ну, в смысле, не их хлеб, а заводской хлеб. Ой, чего я только не нюхал, не смотрел, не держал и так далее. Все по-разному. Все подается сравнению. Да, все по сравнению. И вот когда к одному сетевику заходишь, известному ритейлеру в Краснодарском крае, лежат в ассортименте багет, да, батон. Блин, ценник у него там 37 рублей, либо 40 рублей. И ты понимаешь, что вот там в целлофане лежит, если перевернуть и вчитаться в текст, мелким бисером написано. Так называемый химсостав уже там. Потому что там идет и улучшение муки и так далее. И когда ты понимаешь, сколько стоит вот тот багет произвести, который делаешь здесь, допустим. Когда это порядка, вот мы иногда называем багет номер 40, потому что до 40 часов, в принципе, если все операции, подготовка пары, его предварительное брожение, потом длительное брожение на холоде теста, потом расстойка и отпекание. 40 часов примерно. У нас там порядка 45, наверное, цена реализации у него на данный момент. Сколько? 45. Всего? Да, всего. И вот и понимаем, что это всего. И вот мы эту ценовую политику пытаемся понять, сформулировать, потому что это совершенно другого плана хлеб. Его надо просто сравнить, просто попробовать, и тогда увидишь эту разницу, иначе никак. Только сравнивать и пробовать. Через конкретное знакомство с продуктом, и только тогда понимается эта разница. И далеко вся цена стоит, именно цена и ценность хлеба, она заключается не только в сырьевой себестоимости, да, банально, а что вы туда положили? Вода да мука да соль, дрожжи, да, к примеру. Тут же еще, трудозатраты физические, сколько людей работало, сколько доли ручного труда, энергозатраты, багет мы обжигаем, это поды разгоняются на 255 градусов, соответственно, это энергозатраты, и время, это и холод, и продолжительность всех этих часовых операций. Соответственно, вот это совокупность параметров, которые складывают его, и, конечно, в конечном итоге, это эстетика и органолептика продукта, то есть его вкус. Да, 345 рублей. Ну вот, поэтому мы и думаем, как жить дальше. Мы экспериментируем, мы разрабатываем нашу политику. Но пока это так, так добро пожаловать. У нас, считайте, супер распродажа. Потому что мы формулируем, что это и как. Все считаем, все обдумываем.
И у нас есть ассортимент, который мы хотим отточить таким образом, чтобы он нам давал максимальную пользу и для потребителя, в первую очередь. Максимальную, грубо говоря, вкусовую палитру и при этом доступность. Вопрос правильного ценообразования. Такой хлеб не может стоить дешево, это надо понимать. Но вопрос, вот если говорить о сетевиках, в хлебном деле, в сетевиках, о франшизниках, то они, вот у меня к ним как конкурентам двойственное отношение. Во-первых, большой плюс их в чем? Что они дали понять нашему потребителю, который привык к промышленному хлебу, что есть альтернатива промышленному хлебу. Но есть очень большой отрицательный нюанс, что они сосредоточились на бюджетном сегменте и пытаются конкурировать с хлебозаводом, кирпичиком там 29-35 рублей. И соответствующим подходом к тестоведению, там, к вещам. И, соответственно, качество продукта. На вид это тот же вроде как кирпичик или какой-то батон, но по факту, как он остыл, мы можем понимать, как он совершенно другой по качеству. И вот в это надо как-то доносить, потому что не все готовы, допустим, к буханке хлеба за 45, за 55, за 90 рублей. Когда есть какая-то история. Когда история лежит на полке за 35. За сколько хлеб собрал? 80, 90, 75, вот такие цены. Но с точки зрения ремесленничества, это опять же очень, ну, как инстаграмчик. Ну, ты выпекал эти всего два раза в неделю, да? Да, это экспериментальное производство шло, потому что я отрабатывал рецептуры, я нарабатывал определенные технологические операции, объемы под, это тем более подстраивался под эту печь, разрабатывал, отрабатывал ассортимент. Частично этот ассортимент входит здесь сейчас, в Абраунерсо. Потому что он уже наработан, и он имеет своего потребителя, свой спрос. Это был инстаграмный такой вариант. Это был такой проект сметанный. И он сейчас приторможен, на грани именно законсервирован, потому что потребовалось здесь развить тему хлебную. И развить тему хлебную, именно гастрономическую хлебную тему. И тут очень благодатная почва для этого. Поэтому пока я здесь, как бы на гастролях. И будем смотреть, как дальше идет эта история. Но то, что эта тема нужная и она имеет реально интерес у потребителя, это однозначно, это ощущается. И как, Оль, подскажи, как там сказали, у тебя знакомая племянница сказала фраза? Племянница сказала: тетюль, пока я у вас не жила, она сейчас у меня временно живет. Я не знала, что такое вкусный хлеб. Они покупали там с хлеба, даже с хлебзавода или там какие-то частные лавочки, организации. Вот, она говорит, приехала домой, то есть она у меня пожила, она попробовала каждый день, ела как к обеду обычный вот этот наш хлеб. И поехала к маме, приезжает, говорит, а я даже не знала, что у нас, оказывается, хлеб очень невкусный. Вот так вот. Да, это вопрос вот как раз того подхода, когда если заморочиться на вкус. То есть люди должны распробовать. И только когда они будут есть этот хлеб на постоянной основе, они смогут потом отличить хороший хлеб от нехорошего. Это игра в долгую. Вот самое парадоксальное, что понимаешь, что вот быстрого выстрела, какой-то эффективности, это вот игра в долгую. Это надо готовиться к тому, что это не того, что о, все, понеслось, у меня очередь стоит, там, понеслась, а, свежий хлеб, горячий хлеб, там супер какой-то вкусный, там, легендарный, как тортина или что-то в этом роде. А я встретился с тем, что понимание, что тортин, как деревенский хлеб, вот этот крупный поры. Не все его понимают, прям большая доля людей не понимает. Это вопрос, а хлеб есть? А вот тортин там такой себе. Ну а хлеб есть? Ну вот поэтому родился молочный, он более мелкий, он более понятный, он в стиле более такой традиционной хлебозаводской выпечки, фоновой. Но он имеет свою харизму, и он только в стиле, но именно и несет определенную ремесленность, его вкусе, потому что там проработан вкус, аромат и так далее. Его подача определенная. Но так или иначе, клиент, потребитель разный, и он еще, культура, она, это шикарно. У нас вообще культура хлеба, она корнями уходит просто в историю нашу. Но в той, как мы сейчас ее понимаем, как она идет из Европы, она еще должна развиваться. Как культура питья сейчас выходит на определенный уровень, высокий, да, по качеству уже производимой продукции нашей отрасли. Но и как другой продукт брожения, из этого великого трио вино, сыр да хлеб. Все продукты брожения. Вот хлеб, у него по-прежнему должна развиваться дальше культура потребления до определенного уровня. Потому что есть, да, в столицах так, шикарные пекарни, там они и задают тон, они продают вот, 280 рублей буханку. Потому что дают понять потребителю, что это вот
ну, там подход к сырью еще специфический и так далее. Но там же и маркетинг говорит, что вот достойный хлеб с львиной долей ручного труда, вложениями энергии, времени, энергии не только энергоресурсы, но и внутренней энергии пекаря и так далее, оно стоит денег. Поэтому вот такая продукция сейчас в современном мире, она, конечно, да, востребована, но сама культура должна еще, как говорится, развиваться и развиваться. Над чем мы пытаемся работать? Вот он, красавчик наш, экспериментальный, ржано-пшеничный, формовочки немножко по-разному пошли. Ну, для эксперимента пойдет, объем дал, раскрытие дал. Сейчас чуть-чуть мы его остудим и посмотрим, что у нас получился. Ржано-пшеничный солодовый. На опаре он. Все. Донышко хорошо проработано, а тут были довесочки. Не всегда рука точно делит, поэтому если грамотно подойти к формовке перед брожением, перед расстойкой уже финальной. То все будет хорошо. Идет вот та самая плотная формовка его при всей его. Это у нас какой? На эле. Хлеб пшеничный на эле, да. Вот на срезе это серого цвета мякиш, потому что эль дает окрас, плюс мука первый сорт, плюс цельнозерновая мука в определенных пропорциях. Но ароматика такая, вот тот самый случай, когда и в кулинарии говорят иногда так, благородная серость. Есть такое блюдо, вроде невыразительное, но вот тонкость вкуса и аромата, она именно близка к палитре серых хлебов. Вот кто уважает серую классику, далеко не все. Я в детстве вообще не любил, к примеру, серый хлеб никаким образом. Вот первый сорт, когда-то вот, все это дело не мое было. Но вот кто любит, тот прям есть фанаты, которые говорят, это вот просто божественный хлеб. Ну и опять же, он может дать в определенных условиях при правильном ведении свою эстетику хлебную, ту самую сейчас интересную, ремесленную. Сейчас посмотрим на него, во-первых, отца.
скальпелем. Ну, строительным ножом. Нет, строительный нож, он довольно толстое лезвие само по себе, он тянет за собой и не дает того эффекта. Тут важно именно под определенным углом глубоко и тонко прорезать. Традиционная история. И лезвие, да. И причем лезвие желательно менять там, ну, по крайней мере, одна смена, одно лезвие. Если, все зависит от объема, конечно. Ну, конечно, тут поджидать еще и руками все это дело, держак все никак вот себе не раздобудем для лезвия. Томатами. Это у нас? Это чабата с томатом. Аромат, конечно, не сиреневые. Да, это наш хлебушек с вином. Прям реальная доля идет каберне совиньон. Целая бутылка? Нет, ну 50% влаги, содержащейся в хлебе, это вино. То есть часть влаги там идет в зрелом тесте, как оно же, можно сказать, опара, вкус, ароматический стартер, зрелое тесто. Часть влаги идет в виде воды, но и часть влаги вина. И часть влаги мы выпили. Да, все остальное часть влаги куда делась, а история умалчивает. Ты заслонку открываешь для чего? Вот сейчас я открыл, потому что, чтобы он лучше выходил на заданную массу, чтобы он хорошо пропекся и излишняя влага теперь более интенсивно покидала сам мякиш, проветривание камеры идет. Я это ориентируюсь исключительно, вообще как бывает, первые 10 минут да, с паром, потом допекаем без пара. Тут надо интуитивно, потому что смотреть, какая калировка в данный момент идет и сколько осталось по таймеру примерно, по установленному. Корочку увеличивает это. Вот, да, заслон. Он будет, и при этом будет лучше
удаление влаги, соответственно, он выйдет на нужную массу как раз к этому времени, когда у нас прозвучит таймер. У нас 10 минут еще пекаться, да. А маленьким булочкам осталось 5 минут. Даже меньше, 4. Вот их, возможно, даже чуть раньше, потому что они на полупустом поду, им этого жара многовато, поэтому посмотрим сейчас через 3 минуты, может, мы их и достанем уже. И, соответственно, я не вентилирую камеру, там и так уже все сухо. Вот. И они открылись под ним, кстати. Вот такая красавица. Небольшая, компактная. 100-150 грамм открытия. Неплохо для влажности, опять же, 74. И подплескивает, вот видно. Да. Вот. И так как тут большая доля ржаной муки, то очень неплохо для такая текстура, для того, что, ну, с учетом того, что тут именно ржаная мука. Не только он на солоде, да, сделан, как подкрашивающий ароматический компонент, а именно с ржаной мукой. Да. Ну и, соответственно, да. Рататуй, рататуй. Как в мультике прямо. Тонкая корочка с характерным хрустом. Но любой багет — это 4-6 часов. Не надо ждать от него волшебств. Через 12-20 часов. Это хлеб здесь и сейчас. Слушайте. О, да, или селедочка. Кубри подкопченая, что-то такое вот напрашивается. Та же пармская ветчина сюда зайдет с листовым салатом, с рукколой. Будут пряные ноты перемежаться. Это нет, все. С рукколой не надо. Ну, это кто как любит. Полосатики. Угу. Полосатики, красавцы. И вот, кстати, я специально раздавал промаркированные, никак не описанные хлеба. Вот эти металлы, которые пшенично-ржаные. Разным по степени подготовленности и разным людям совершенно. И в итоге кто-то прям реально склонялся к нулевому варианту. Это самый вкусный, потому что он мягкий, пушистенький. А кто-то наоборот выбирал самый такой яркий, с выраженной кислинкой уже ржаной, тогда, где эту как раз роль играет принципиально важная для ржаного, это закваска ржаная.